80 мирных лет, смена эпох, верность традициям, преданность родине. Сегодня Брестская крепость Герой стала местом проведения диалоговой площадки молодежи Бреста и Минска. На легендарной земле цитадели над Бугом собрались более 500 молодых людей, чтобы в форме дискуссии обсудить вопросы патриотического воспитания и молодежной политики. Юрий Печер продолжит тему. В рамках проекта «Молодежь Минска помнит» юноши и девушки столицы приехали в Брест, чтобы посетить Брестскую крепость и провести диалоговую площадку со сверстниками из первого региона. В итоге акция под названием «80 мирных лет. Смена эпох. Верность традициям. Преданность родине» превратилась в поистине масштабное мероприятие. А началась она с возложения цветов и венков, плитам мемориала и минуты молчания в память о подвиге защитников цитадели. Молодежь помнить должна не только в юбилейные годы. Именно поэтому в городе Минске вот появилась такая очень хорошая молодежная инициатива. Именно сама молодежь наша столичная вышла с ней несколько лет назад о том, что все те события, которые пережила наша белорусская земля тогда, в те годы, годы Великой Отечественной войны, они никогда не должны быть забыты. Правнуки победителей гордятся и чтут память тех, кто завоевал им мирную жизнь и возможность строить планы на будущее. Я думаю, что для меня лично и для всей молодежи города Минска события Великой Отечественной войны – это те воспоминания, которые будут передаваться и от нас к нашим будущим поколениям. Потому что тот ужас войны, который испытали и пережили наши предки, он должен свято чтиться и помниться не только молодым поколениям, но и, в принципе, всеми гражданами Республики Беларусь. Вот это действительно подвиг народа, вот эта сила духа, которая сподвигла людей именно защитить свою родную страну. Мы просто обязаны должны это помнить, чтобы не повторить. На диалоговой площадке ее участники обсудили вопросы патриотического воспитания и поддержки молодежных инициатив. Здорово, что молодежь Минска провела такую инициативу встретиться с молодежью Брестской области, на территории Брестской крепости, провести диалоговую площадку, пообщаться на тему сохранения исторической памяти, как ее важно сохранять, почему ее важно сохранять, ответить на эти вопросы. Ну и, конечно же, пообщаться друг с другом, поделиться практиками положительными в патриотическом воспитании молодежи. Также для гостей была организована экскурсия по мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой». Юрий Печер, Тигран Акопян, телерадиокомпания «Брест».